Будет интересно сыграть с Дон Альдо. Говорят, он живая легенда. Клуб Альментьери давно мечтает найти второго Эдвина. Эдвина? А кто это? Ты слишком молод и не помнишь, но он был одним из величайших игроков в мире. А потом, однажды, он просто исчез. В смысле, просто исчез? Я был ребенком, когда это случилось. Шел финал Суперлиги. Пальментьери проигрывали 3-0. А потом Эдвин забил 3 гола, и основное время закончилось в ничью. Судья назначил серию пенальти. Азулы успешно реализовали все 5 попыток, ни разу не промахнувшись. Эдвин должен был забить, чтобы у Палмы остались шансы на победу. Решающий удар! Но он промахнулся. Говорят, не выдержал давления. Как будто было недостаточно 3 голов, которые он забил раньше. После этого он исчез навсегда. Вот и вся история. Дон Альдо говорит, страйкерам нечего противопоставить стилю Пальментьери. А что это? А, у Пальментьери своя особая тактика. Динамичные атаки, четкие, молниеносные и эффективные. Прямо как у меня с девушками, ну вы знаете. А еще Дон утверждает, что он величайший футболист в мире. С этим я бы поспорил. Ладно, парни, готовьтесь к первой встрече с Палме. Храпит. Нет, мама, я не ел штрудель. А? Что? Сперва сыграем товарищеский матч на пляже. Ух ты! Сколько тут народу! У суперстрайкеров нет шансов. Думаешь, ты новый Эдвин, да? И близко нет. Не сравнивай меня с этим неудачником. Он подвел свою команду и фанатов. Главное, последний матч. Помните об этом, потому что вы проиграете. Не бери в голову. Сохрани силы на игру. Сегодня нас ждет интересный товарищеский матч, друзья. Суперстрайкеры против знаменитого клуба Пальментьери. Сумеют ли страйкеры подстроиться под их стиль? Уличный футбол против пляжного. Смотрим на поле. Мяч у суперстрайкеров. Кулджо принимает передачу. Проваливай. На песке мяч ведет себя иначе. Начинается контратака. Страйкеры, запоминайте. Палме атакуют быстро, жестко. И безупречно. Страйкеры просто не успевают за ними. Они что, едят песок? Может, им и трава нравится? Времени думать тут нет. Хоть кто-то из суперстрайкеров не спит на ходу. Похоже, им явно не хватает навыков, чтобы справиться с Палме. Биг Бо вбрасывает мяч. Что, трудно танцевать на песке? Да, Раста? Хо-хо! Шейкс попался на старый трюк. Игра еще не закончилась. Матч проигран, но проигрывать нужно с достоинством. Увидимся на настоящем матче, Шейкс. Ух ты, ничего подобного я раньше не видел. Как же нам их победить? У нас 3 дня на подготовку к игре. Да чему мы успеем научиться за каких-то 3 дня? Да, как нам обыграть этих Пальментьери? Мы найдем выход. Я забронировал лучшую тренировочную базу в Рио. Начнем там. А пока можете отдыхать. Шейкс! А? Тебе не весело? Не представляю, как мы будем играть с Палмы. Что бы мы ни затеяли, они нас опережали. Они слишком быстрые. Не заморачивайся. Сегодня отдыхаем, бро. Эй! Стой! Я тебе помогу. Ты мне? А ты мне. С чем? Пойдем. Ты все увидишь сам. Куда мы идем? Почти пришли. Привет, пап. Я дома. И Палментьери терпит поражение. Терпит поражение. Терпит поражение. Привет, принцесса. Эдвин? Меня зовут Луиза. Это мой отец Эдвин. Папа, это Шейкс из Суперстрайкеров. Им нужна помощь. Нет, я не могу. Нам вас не хватает. Хотя вы и не верите. Ты тратишь время. Лучше уходи. Но, папа, ты не можешь сидеть здесь вечно и смотреть повтор этого пенальти. Прости. Помогите нам подготовиться к игре с Палментьери. 11 ребят нуждаются в вашей помощи и готовы трудиться. Научите нас стилю Палме. Постой! У меня два условия. Вы согласны? Первое. Полная самоотдача. Принято. А второе? Если проиграете... Никто не должен узнать, что это я вас тренировал. Пусть твоя команда собирает сумки и готовится к самым жестким тренировкам в жизни. Ух ты! Только посмотрите! Тут все новое! Почти так же круто, как... Доброе утро, страйкеры! Надеюсь, вы все выспались? Отличное место вы нашли, тренер. Неплохое, да? Си! Класс! Здорово! Рад, что вам понравилось, но тренироваться будем не здесь. А? Что? Как же так? А где тренер? В амазонских джунглях. Эдвин, ничего себе! Круто! Не знаю, как вы, а я скучаю по штангам. А что мы тут делаем? Чему мы можем научиться в этих джунглях? Это лучшее место, чтобы подготовиться к игре. Стиль Палмы основан на выносливости и инстинктах. Когда я играл, никаких тренажеров не было. Джунгли помогут вам развить способности, о которых вы даже не подозревали. И здесь мы отточим навыки, необходимые для победы. Именно сюда мы, Палме, приходили работать над 3 главными качествами: скоростью, ловкостью и равновесием. Ладно, парни, строимся и слушаем. Ай, карамба! Опять песок! Ха-ха, не просто песок. Это зыбучий песок. Базарк! А? Чтобы развить скорость, переправьте мяч на другую сторону. Он это серьезно? Шейкс, ты первый. Я? Да, и кажется, он не шутит. Ха, легкотня! Я бы так не сказал. Второе. Ловкость. Вам предстоит пройти полосу препятствий и перебраться на другой берег реки. Чтобы это сделать, прыгайте по камням и цепляйтесь за лианы, которые попадутся вам на пути. Ты, Эль Матадор, начнешь следующее упражнение. Я? Равновесие и контроль мяча на плывущем бревне. Эй! Получается! Эй! Если закрыть глаза, можно представить, что мы вообще не в джунглях, а, например, в прекрасном месте, где нет жутких тварей, которые плавают вокруг нас! Ха-ха-ха! Это Амазонка, ребята! Тут выживает сильнейший! Выше, сильнее, быстрее, дольше! Псс! Вы отлично справились. Я горжусь вами. Это было непросто. А это для чего? Сдачи не надо. Вуаля! Инкогнито! Зачем все это? Вам не нужно скрываться. Мы выиграем. Но пока этого не случилось. Кроме того, мы с Луизой едем на стадион вместе с вами. Очередной матч Суперлиги вот-вот начнется. Болельщики с нетерпением ждут поистине эпического противостояния. Брось, у страйкеров нет шансов против Палмы. Дональдо такой милашка, а по-моему, Шейк самый красивый. Я думал, страйкеры нас испугались и улетели домой. И упустили шанс доказать, что ты не Эдвин, размечтался. На что ты намекаешь? Скажем, мы много и усердно тренировались. Жалко, что здесь нет песка. Вдруг вы голодные? А вы за кого болеете? Папа? За лучших. Всех волнует один вопрос. Смогут ли страйкеры успешно противостоять клубу Палмантьери? Будем надеяться, сегодня они сыграют лучше, чем на пляже. Не знаю. Возможно, страйкеров снова ждет фиаско. Ходят слухи, что они специально готовились к этому матчу. Страйкеры делают ставку на привычную тактику. Круто! Пока выходит неплохо. Не круто. Но что будет дальше? Рискованный пас. Шейкс пытается догнать мяч. Защита сыграла безупречно. Страйкеры явно не поспевают за темпом игры. Сегодня длинные передачи не лучшее решение. Палмантьери демонстрирует великолепное владение мячом. Все, хватит. Раста теряет терпение. Что ж, если они чему-то научились на тренировках, пора это применить. Опасный момент для страйкеров. Защита! Гол! Дональдо с легкостью переиграл вратаря. Помните наш уговор с Эдвином? Ну же, полная самоотдача! Мы учились у одного из самых лучших игроков в истории футбола. Помните джунгли? Так давайте повторим это здесь. Вперед! Суперстрайкеры! Возможно, вторая попытка капитана будет успешнее первой. Колджо определенно стал играть лучше. Колджо пасует Тайгеру. О, по сравнению с Тайгером, Палминтьери ползает как черепахи. Колджо освобождается от опеки. Мяч у Шейкса. Удар. Он бьет в правый верхний угол. Гол! Гол! Ха-ха! Молодцы, суперстрайкеры! Ха-ха! Команду словно подменили. Думаете, он вернется на свой диван, если мы проиграем? Кто сказал, что мы проиграем? Сеньоры, жаль, если мы больше никогда не увидимся. Поэтому, на всякий случай, я зашел попрощаться. Вы все отличные футболисты, лучшие, с кем мне доводилось работать. Мне было приятно тренировать вас. Спасибо, что верили в меня. Выиграете вы или проиграете, я горжусь вами. И это прощание? Эдвин, на счет 3. 1, 2, 3. Эдвин! 3 очка сегодня получат страйкеры. Ха-ха, не думаю. Я докажу всем, что я лучше Эдвина. Нападающие о чем-то переговариваются. Ху-ху! Хотел бы я знать, о чем именно. Пока лидирует Палминтьери. Но суперстрайкеры до сих пор не сдаются. Дональдо рвется к воротам. Что-то мне подсказывает, страйкеры еще поборются. Эль Матадор! Оу! Пора забивать. Чего вы ждете, Эль Матадор? Да, время идет. Отлично. Вот так. Вопрос в том, смогут ли Палмы удержать ничью? Да, все изменилось. Колджо вырывается вперед. Шейкс готов принять передачу. Зыбучий песок. Надо быть готовым к навесу. Это для тебя, Эдвин. Великолепный гол от юной звезды страйкеров. Страйкеры победили! Плюс 3 очка за победу. У нас получилось! Шейкс, это твоя победа! Это ты нашел Эдвина. Ты уговорил его помочь нам и себе. Молодец, бро! Суперстрайкеры! Да! Это же Эдвин! Эй, тут Эдвин! Он вернулся! Вы Эдвин? Вы Эдвин! Видишь, папа? Никто не помнит про то пенальти. В следующий раз победа будет за мной! Эй, Донни, я знаю, кто тебе может помочь. Легендами быстро не становятся, бро. Ну, мне пора. Празднуем победу с парнем по имени Эдвин. Слыхал о таком? Раста, смотри-ка. Эдвин вышел из тени и помог страйкерам. Думаю, мы ему тоже помогли. В общем, не зря слетали. Честь и доверие! Честь и доверие! Честь и доверие! Честь и доверие! Кое-кто изменил девизу Накамы. А? Нет? Но мы жестоко отомстим этому предателю на стадионе Страйкерленд. Будет круто сыграть с твоей старой командой, а, Тайгер? Да. Накама – сильные соперники. Но сперва нужно обыграть колоссов. Ты все знаешь о Накаме, да? Да. Скорее бы увидеть Мика Чена. Он мой старый друг. Ага. Может, расскажешь нам парочку их секретов, нет? Суперстрайкеры лучшие, и они обязательно победят. Ха-ха! Это уж точно! А теперь все-таки займись прической. Время вышло. 1, 2, 3. Суперстрайкеры! Суперстрайкеры. В кругу друзей. И мы на стадионе Страйкерленд. Игроки Колосса нацелены на победу. Но им придется постараться, чтобы обыграть страйкеров на их поле. Мяч у Расты. Кому же отдать пас? Тайгеру. Хороший выбор. Ха. Попробуйте остановить это. Никогда не видел, чтобы Тайгер так легко расставался с мячом. Давай, Тайгер, покажи, что ты умеешь. Тайгер выглядит сегодня каким-то рассеянным. Противник обходит его на каждом шагу. Зербер! Мой мяч! Отличная комбинация от игроков в красном. Похоже, у суперстрайкеров появился шанс. Тайгер такой непредсказуемый. Потрясающее владение мячом. Согласен, но даже он иногда допускает ошибки. А? Может, волнуется из-за предстоящего матча со своей старой командой? До него еще целая неделя. Прежде всего, страйкерам надо разобраться с колоссами. Время на исходе. Мяч должен оказаться в их воротах. Раста пасует Тайгеру. Сможет ли он обойти защитников на этот раз? Надо сделать что-то такое, чего они не ожидают. Тайгер! А! Великолепный удар! Шейкс принимает мяч. Да, какой красивый гол! И суперстрайкеры одерживают победу. Эй, Тайгер! Не переживай. Они предвидели каждый мой шаг. Брось. Разве это возможно? Эй! Увидишь Урагири, передай ему спасибо за диск с тренировками. Что? Ах, жалко, что не помогло. Так вот, как колоссы чуть нас не обыграли. Твое видео с тренировками. Не снимал я никакое видео. Нет. Урагири! Будь здоров. Нет, Урагири. Мой бывший тренер. Только он мог это сделать. Но зачем? Он считает, что уходить из команды бесчестно. Это его месть. И как это отразится на нашем матче? Я не знаю. Но это плохо. Если хочешь отработать новые финты, я помогу, бро. Вот поэтому теперь я играю за страйкеров. В матче с колоссами победу одержали суперстрайкеры. Тем не менее, Тайгер играл сегодня просто ужасно. Этап первый завершен. Переходим к этапу номер 2. Честь и доверие! Честь и доверие! Мы были преданы одним из нас. Кия! Мне жаль, Мико, но, насколько я знаю, твой старый друг Тайгер рассказал суперстрайкерам про твою травму. Тайгер никогда меня не предаст. Он предал всех нас! Но, учитель, он мне почти как брат. Да, но ради победы человек пойдет на многое. Теперь, когда Накама выпустили с тобой диск, может, ты все-таки поделишься их секретами? Нет. Накама хорошие ребята. Я не предам их только потому, что Урагири поступил гнусно. Никама прибывают сегодня. Завтра утром они дадут пресс-конференцию, а во второй половине дня мы играем. Шейкс? Да? Потренируешься со мной? Ну, конечно. Если уж колоссы меня переиграли, то Накама точно знают все твои приемы. Я видел одну передачу по телевизору про охотничьи повадки тигров. Это может сработать. Тигр обходит добычу, блокирует ее, а затем нападает. Я ведь и есть тигр. Спасибо за помощь. Тайгер, да? Как ты получил свое прозвище? Как-то раз Накама играли с колоссами. Я хотел перехватить опасный навес, но нас сбили с ног. Мой друг повредил лодыжку, а я руку. Мы стали как братья. После этого мне еще долго приходилось перевязывать травмированную руку. Я начал кружиться, чтобы уберечь ее. Защита была бессильна. И вскоре я стал знаменит. Только никому не говори, почему я перевязываю запястье, хорошо? Конечно. А что твой друг? Да, он в порядке. Я рад. А кто это? Лучше давай тренироваться. Дамы и господа, позвольте представить самых организованных и талантливых игроков Суперлиги. Команду Накама! Ух ты! Без паники. Не вопрос, чуваки! Мы с нетерпением ждем матча. И пусть победит сильнейший. Рад тебя видеть, друг. Хотя теперь мы соперники, я буду счастлив снова выйти с тобой на поле. Мико? Я не понимаю. Накама не разговаривает с предателями, Тайгер. Предателями? О чем вы? Ты раскрыл страйкерам все секреты Накама! Это непростительно! Тайгер никогда бы такого не сделал! Я это знаю, и ты это знаешь, а парни из Накамы нет, и теперь они мстят. Это ужасно! Я должен найти этот диск и доказать, что Тайгер крутой, а Урагири плохой! Так? Ага. Детектив Спенза к твоим услугам! А с чего конкретно мне начать? Я бы начал с отеля, где жили колоссы. Мы на стадионе Страйкерленд, и сегодня нас ждет интереснейший матч между двумя гигантами Суперлиги. На пресс-конференции напряжение буквально витало в воздухе. Думаю, это было показное. Ничего серьезного. Сомневаюсь, Мак. Мико и Тайгер, кажется, не разговаривают друг с другом. Вы решили построить на нашем поле домик или что? А теперь традиционное приветствие в знак дружбы. Игроки Накама кланяются соперникам. Ха-ха-ха. Как скажешь. По-моему, не очень дружелюбно получилось. Вот это я называю напряжение. Похоже, Тайгеру придется несладко в борьбе с бывшими друзьями. Что? Нападающие Накамы пытаются обойти полузащитников. Несмотря на напряжение между двумя командами, Накама играет безупречно. Мико-чан открыт. Для блока он слишком быстрый. Биг Бой идет на риск, но это сработало. Слишком высоко. Мяч пролетает над воротами. Счет пока остается прежний. 0-0. Куда же ходили колоссы, когда были здесь? А! Без еды они не могли. Биг Бо не теряет времени даром. Зато Нордшо явно не торопится. Тайгер открыт. Его бывшие товарищи по команде не зевают. Ого! Почти получилось. Суперстрайкеры быстро продвигаются вперед. Какой сейф! Еще чуть-чуть, и суперстрайкеры могли открыть счет. Хотя гола не было, тренер Накамы явно недоволен. Нужно найти этот диск прежде, чем Накама прижмут Тайгера. Точно! Хороший сыщик всегда возвращается на место преступления. Стадион! Мне нужно туда! Срочно! Ну все, теперь можно и на стадион. Игроки Накамы просто не поспевают за Тайгером. Кия! Тайгер явно хочет впечатлить своих бывших друзей. Взять его! Двое защитников берут Тайгера в коробочку. И все втроем падают на траву. Неужели он сломлен? Я не уверен, что все это произошло случайно. Зачем вы так с Тайгером? Он ведь твой друг, разве нет? Настоящий друг не раскрыл бы вам секреты Накамы. Нет чести, нет доверия. Что? Ты все не так понял? По-моему, игроки Накамы обижены на Тайгера. Да они ему сегодня просто проходу не дают. Согласен, Мак. Мяч у Мико-чана. Отлично! Удар! Гол! Какая игра! Накама открывает счет. Кул Джо навешивает Шейксу. Накама жестко играют в центре поля. И не только в центре. Накама приближаются к воротам. Счет 1-0. Во втором тайме страйкерам придется постараться. Если Тайгер будет играть так и дальше, его могут заменить. Они не оставляют ему шансов. Мико, а? Накама играют бесчестно. Это не та команда, которую я помню. Ты можешь играть дальше? Этот Урагири запудрил мозги своим игрокам. Он чокнутый. И они играют как чокнутые. Я в порядке. Они не оставят тебя в покое. Если не будешь осторожен, можешь получить серьезную травму. Я справлюсь. Я готов играть. Придумал! Фу! На какие же жертвы приходится идти? А? Ага! Дорогой Колосс, на этом диске все, что вам нужно знать о Тайгере. Ваш Урагири. Суперстрайкеры! Шикс! Эль Матадор! Спенза! Эль Матадор, пошли! Ты идешь со мной! Ну, это должно помочь. Точно. Выложитесь по полной, мы можем выиграть. Суперстрайкеры! Судя по всему, Накама изменили тактику. И к лучшему. Узнаю прежнюю команду. Похоже, Мико Чен искренне переживает за своего старого друга. Ты в порядке, брат? Да, в порядке. Но с чего такая забота? Мы ведь друзья. Эль Матадор помог Мико и Накаме во всем разобраться. Эль Матадор? Разобраться в чем? Не знаю, о чем они там говорили, но, похоже, исход этого матча решит мастерство, а не сила. Ух ты! Какой сейф! Молодец, Биг Бо! Потрясающий удар от Мико Чена. Вот такой футбол я люблю. До конца игры 30 секунд. Найдет ли Тайгер, чем удивить свою бывшую команду? Арррр! Что это было? Тайгер, ну он удивляет. Сакураба будто попал в эпицентр. Тайгер Надо! Гол! Потрясающе! Суперстрайкеры сравнивают счет. И снова всего за несколько секунд до свистка. Отличный способ закончить матч. Да, чудесная была игра. Матч закончился ничьей, но, как по мне, выиграли обе команды. Прости, что усомнился в тебе. Спасибо, что остался верен традициям Накамы. Я играю за страйкеров, но я не забыл свое прошлое. Это просто новая глава. Все благодаря мне, да? Мико Чен, отойди от этого гнусного предателя. У него нет чести и нет ему доверия. Честь, доверие? Не вам говорить мне о чести и доверии. Интересно. Если я уйду из команды, вы с моими приемами игры диски сделаете, да? О, ты про это! Это была шутка! Тренер пошутил с бывшим игроком. Я просто хотел, чтобы он придумал что-то новое. Да, что-то новое. Эй, что это? Он чокнутый. Эй, Тайгер, может, вернешься домой в Накаму? Я уже дома. Будет здорово сыграть Риану. Эй, я видел передачу, где вас сравнивали. Да? Сказали, что нас ждет что-то невероятное. Кто забьет больше голов? Риано или суперчувак Шейкс? А что они говорят насчет меня? Тренер, о чем думаете? Боюсь, Шейксу придется очень нелегко. Шейкс! Хватит с автографами! Залезай! Друг! Друг! Нам пора! Лезь в автобус! Помаши им ручкой! Помаши ручкой! Риана тебя уничтожит! Еще раз! Шейкс! Я здесь, Кулджо! Шейкс, ты лучший, бро! Мы тебя любим, Шейкс! Может, передохнешь? Пока нет. Давай еще. Разверни корпус к мячу. Это поможет. Мистер Галара? Попробуй. Дружище, это тренер нападающих Барки, лучший специалист по голам в истории Суперлиги. Вообще-то нет, я на пенсии. Что? О, ты ошибаешься. У тебя есть работа. Подготовить Шейкса к матчу с Риано. Думай, думай. У Шейкса невероятный потенциал. Поработав с ним, ты снова сможешь стать живой легендой. Ну-ка посмотрим. Грудь. Сброс на левую ногу. Нет, на правую. Нет, стоп. Грудь. Колено. Ладно. Старые приемы Риано. Я могу показать их Шейксу. Он уничтожит Барку. А я докажу всем, что Риано зря меня уволил. Ты должен точно следовать формуле, иначе мы зря тратим время. Вроде просто. Ха-ха. Правда? Вот и Риано. А? Ничего. Раз, два, три, четыре и... О, молодец! Когда Шейкс забьет, Риано придется признать, что я хороший тренер. А теперь самое сложное. Ха-ха-ха! Получилось даже лучше, чем я мог себе представить. Спасибо. Вот увидишь, К вашему матчу с Риано я подготовлю целую серию новых приемов. Новых? Это здорово. На сегодня, пожалуй, хватит. Если сыграешь так завтра, в победе можешь не сомневаться. План Голаре работает всегда. У Голаре нет совести. Зато теперь мы знаем, чего ждать от Шейкса. Это нечестно. Завтра я хочу сыграть с настоящим Шейксом. Но Риано... Стой! Куда ты идешь? А как же я? Шейкс, гляди-ка, вопрос дня. Кто лучше? Ты знаменит, амиго. Не волнуйся. На счет 3. 1, 2, 3. Суперстрайкеры! Мы на стадионе Барки, и сегодня нас ждет зрелище, которого мы все так ждали. Противостояние сильнейших команд. И дуэль нападающих. Риано против Шейкса. Надеюсь, ты не растерял свой талант. Пары финтов будет маловато, чтобы обыграть Барку. Пора показать, Риано, что такое настоящий форвард. Что нужно делать? Я не знаю. Бей в центр, амиго! Назад, назад! Точно! Вспомнил. Адиос! Никакие вы не супер! Черт! Давай, омбре! О! Норт, отойди! Я не вижу мяч! Гол! Форвард Барки Риано, как всегда, бьет без промаха. Счет 1-0 в пользу Барки. Шейкс пытается обойти защитников. Потрясающее владение мячом! Похоже, Риану есть чему поучиться. План Голаре сработает всегда. Шейкс, пасуй мне! Никогда не видел, чтобы он играл так неуверенно. Он не следует формуле. Упустил столько возможностей. Ничего страшного. Мы еще докажем, что ты лучший нападающий в Суперлиге. После меня, конечно. Это был просто позор. Да брось ты. Никто ничего не заметил. Ты в этом уверен? Я опозорился. Я видел по телеку. Не лучший твой матч. Спенза. Ты был какой-то растерянный. Будто первый раз играл. Спенза. Особенно, когда упускал мяч. Спенза. Да? Не надо мне напоминать. Извини. Что произошло? не мог сосредоточиться. К следующей игре я... Берегись, Шейкс! Шейкс, ты же там? Алло! Я перезвоню. Наконец-то ты проснулся! Да что с тобой не так? Ты мне чуть голову не снес! Я знал, что этого не случится. Вопрос в том, что не так с тобой. Другое дело. Эй, Риано, ты не заблудился? А, люблю здоровую конкуренцию. А, ты можешь лучше. Не спеши. Шейкс прорывается к воротам, выманивает вратаря, обходит защиту. Сможет ли он забить? Так, и что это было? Хотел убедиться, что в Испанию прилетел настоящий Шейкс. А? Увидимся на поле, Шейкс. Нет! Так не годится! Сначала влево, потом вправо, затем разворот, 1, 2 и удар! О, да не стой ты как вкопанный! Перерыв! Потом продолжим. Ничего не получится. Я знаю, что не хуже Риано, но просто у меня совсем другой стиль игры. Только взгляните! Это не мое! Ты что, отрабатываешь с ним старые приемы Риано? Он прав. Ты прав. Я неудачник. Я не уходил на пенсию. Меня уволили. Голари, постой. О, я это заслужил. То же самое произошло и с Риано. Мои записи! Что ты делаешь? Хватит. Не надо учить Шейкса старым финтам Риано. Лучше помоги ему отточить его собственную тактику. Вперед, дружище. Нас ждет много работы. И мы на стадионе Барки. Сегодня здесь даже больше болельщиков, чем было на прошлой игре. Точно. Похоже, мы побили рекорд. Риано против Шейкса. Часть 2. Рядом со мной никто иной, как Риано. В прошлом матче Шейкс не доставил вам хлопот. Чего вы ожидаете сегодня? Что ж, Бен, я уже говорил, выбрать, за кого болеть, будет легко. Я понял, что было в парке. Ты нашел свой собственный стиль игры. Но... зачем ты помог? Вдруг теперь ты проиграешь? Ну, попинал ты мяч в парке. Это ничего не значит. Здесь ты пока голов не забил. Ты прав. Не забил. Пока. Так вы уволили Голари? Подожди, и все узнаешь. Шейкс выглядит неуверенно. Валита отбирает мяч. Гол! Риано открывает счет! Оу, защитники суперстрайкеров снова потерпели поражение. Форвард Барки обходит защиту. Удастся ли ему снова переиграть Биг Бо? Да, удастся. Еще один гол от Риано. Просто невероятно! И на этом первый тайм заканчивается. Осталось 45 минут, Шейкс. Пора показать фанатам, на что ты способен. Если он не отдаст мяч мне, я знаю, ты сможешь. Барка ведет. Пока счет 2-0. А Шейкс так себя и не проявил. Это почему? Он ведь промах... Во втором тайме ему лучше все-таки отметиться на этом табло. Шейкс снова медлит. Я просто не... Наконец-то! Он снова в игре. Приближается к штрафной. Да! Вот это Шейкс, которого я ждал. Его не остановить! Он совсем один. Гол! Шейкс сократил разрыв, но для победы страйкерам нужно еще 2 гола. А время уже на исходе. Друг, с возвращением! А мы уже думали, где Шейкс? О, да! Ха-ха, он вернулся! Погнали! Ха-ха! Шейкс пасует Кулджо. Навес в штрафную. Разверни корпус к мячу! Гол! И суперстрайкеры сравнивают счет. До конца матча осталось всего 6 минут. Успеет ли Риано забить решающий гол? Норт отбирает мяч. Почти отбирает. Мяч у Риано. Удар. Молодец, Биг Бо. Если Шейкс сейчас забьет, он принесет победу своей команде. И выиграет сегодняшнюю дуэль форвардов. Эль Матадор, повернись ко мне спиной и встань, как та статуя. Что? Только не обижайся. Какой ловкий гол забил Шейкс, или это был Матадор? Ого! Так или иначе, страйкеры ведут. 3-2. Шейкс! 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 По-моему, ее уже примерил Эль Матадор. Кто знал, что страйкеры помогут нам обоим стать лучше? У вас еще живет рыбка, которую я подарил? Моби? Ну, конечно! Никто не знает меня лучше, чем она. С сегодняшней победой суперстрайкеры обязаны великому Голаре.